Объем завоза грузов в Якутию железнодорожным транспортом в этом году планируют увеличить до 4 миллионов тонн. И ключевым звеном железных дорог Якутии является Алдан. О работе железнодорожной станции рассказывает Лев Нетесов. Приехав в город Алдан, сразу замечая железнодорожную станцию, куда приезжают на поезде пассажиры со всех концов России. Затем локомотивы. Тянувшие поезда идут в локомотивное депо для прохождения техосмотра, где имеются специализированные цеха, позволяющие своими силами отремонтировать их. На данный момент почти весь парк у нас переоборудован по программе General Electric. У нас строится цех ТР-3, в котором планируется в дальнейшем, в будущем, самим производить модернизацию тепловозов и ремонтировать дальше наши тепловозы, которые ранее были модернизированы по проекту General Electric. А в грузовом дворе идет бесперебойная работа. Погрузочно-разгрузочные работы идут опережающими темпами. Тысячи машин, загруженные контейнерами с товарных поездов, идут по улусам республики. По железным дорогам Якутии в минувшем году перевезено 2 миллиона 900 тысяч тонн различных грузов, что более чем на 35% больше прошлого года. А в этом году перед компанией «Железные дороги Якутии» стоят задачи по увеличению объема до 4 миллионов тонн. При набранных темпах появляется уверенность, что задание будет выполнено. Лев Нетесов, НВК Саха, Алдан.